Всем привет, с вами Саня и Сикс, и мы продолжаем играть в танки онлайн. Вот я купил шафт и купил мамонта. Это за то довольно долгое время, что я не выпускал ролики. В последнее время я просто вот играл для себя с ноута с большими довольно лагами, и наконец-то вот я до него докачался. Испробуем наш мамонт, который я только что купил. Кстати, если вы интересно заметили или нет, и если вы заметили, то скажите, в чем разница. Сегодня я буду записывать с другим микрофоном, своим старым микрофоном. Я даже не помню, за сколько и где его покупал. В районе 100 рублей вообще его покупал, вообще дешевка была полная. На вокзале где-то купил. Не знаю, как он работает, нормально или нет. Ну вот сейчас как раз целый бой пройдем. Ну, практически целый бой. Целый, конечно же, мы проходить не будем. И сейчас я поставлю на короткую паузу. Мы продолжаем. На том же мамуте с тем же шафтом. И мы играем на карте Кунгур. Пытаемся уничтожить врагов. У нас это не очень хорошо получается пока. Я вижу шафта, которого я сейчас уничтожу. Да, уничтожил. Еще один шафт, которого я тоже, надеюсь, сейчас уничтожу. Да, уничтожил. И тем временем к нам подкрадывалась Изида, и нас уничтожила. И нам сейчас придется медленно-медленно плестись обратно. Если она, конечно, к нам не поедет, и нам придется просто тогда меньше ехать. А мы пока на втором месте. 4 фрага. Нас 3 раза подбили. Я вижу Изиду. Вижу, шафт к нам пытается пробраться. Не потому стрельнул. Айзиде отстрелялся. У нас там еще один шафт, по-моему, стоит. Еще раз повторяю, пожалуйста, отпишитесь насчет микрофона, ваш новый микрофон. О, блин, а. Забыл, что у нас, что у меня мало хп очень. Его уничтожили. Там едет еще один шафт. Ой, это Изида. Точно, это Изида. Да и у нас вот здесь вот за домиком, по-моему, еще кто-то сидит. Спрятался. Здесь слева, по-моему, еще один какой-то.
Нет, нету никого. Но справа меня сейчас будут палить. Сейчас меня, скорее всего, уничтожат. Сейчас мне надо взять умощнелку. Золотучильная пушка. Да, да, я успею, успею, успею. Да, я успел. И желательно закись азота. Ведь я ее, конечно, увижу и успею взять. Потому что мне сейчас закись азота просто необходимо. Едем, едем, едем. Кстати, насчет заставки. А заставку я пока решил не делать. То есть она у меня все еще есть, но я ее ставить сейчас не буду. То есть та вот, которая у меня стояла, то есть Саня из X Present, ее не будет больше. То есть, возможно, она в будущем еще будет. Но в данный момент и пока еще нет. Пока мы хитрым способом пытаемся уничтожить врага. И мы его уничтожили, и нас сразу же уничтожили. Тем временем у нас уже 7 фрагов. Мы, кстати, все еще на сержанте сидим. Но нам совсем немножечко осталось до следующего звания. Там, по-моему, штаб-сержант или старший сержант. Уже точно не помню. Давно не играл в эту игру. Давно не знаю всех знаний. Тем временем у нас еще 8 минут осталось. Примерно 8-9 минут на съемку и на битву. Вот закись азота, я успею, надеюсь, ее взять, тогда я буду более-менее быстро ехать. Мне который день подряд дается в подарок, вот этот дневной подарок, 500 кристаллов почему-то, второй день подряд. Почему, я не знаю. На 23 февраля вроде такого не было. А что ты меня бьешь? Ты все равно меня не уничтожишь, Тинс. Тинс, ты офигел, да? Держи. Блин. Эй, уничтожен. Но не мной. Кто ты в меня там стреляет? А, все, увидел, где кто. Блин. Нам тем временем нас уже 6 раз подбили. Сейчас буду отсюда выцеливать этого товарища, который меня уничтожил. Не получилось мне его уничтожить. Ну да ладно. Там у нас кто? Какое орудие-то хоть? Дайте посмотреть. Здравствуйте, рельса. Ха-ха. Получи. Снова натягиваем орудие. Так сказать, натягиваем тетиву практически. Ха-ха, уничтожен. Тем временем мы опять же сводимся, потому что там едет фриз. Так, а тем временем фриз у нас вот сюда вот поехал. Похоже, он поехал вот сюда. Опа. Да, шаф все-таки прикольная штука. Особенно для игры. Он, по-моему, уже покалеченный. Нет, он был не покалеченный. Или покалеченный, но очень мало покалеченный. Тем временем мы все еще выигрываем и, возможно, заберем в районе 30 кристаллов. Осталось 5 минут.
Прощай, моя деточка. Прощай, Васп с огнеметиком. Прощай, прощай. Прощай, моя лав. Ха-ха. Блин, меня сейчас уничтожат. Практически уничтожил. Давай, вылезай. Вылезай, давай, 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 давай. Блин, он вообще ушел. Там вот шафтика я вижу. Ага, вижу, вижу, вижу. Целюсь. Набираю мощность. Не уничтожен. Не уничтожен. Тем временем к нам отсюда вот рейс идет. У нас попал. Вот что значит шафт в умелых руках довольно. Да, на маунте легче играть. Потому что я пробовал играть без мамонта. Блин. Ну ничего, мы вырываемся потихонечку вперед. У нас осталось 3 минуты. Постараемся за эти 3 минуты выиграть. Потому что они нас более-менее догоняют. Блин, так если золото мигает, не успею подобрать. Но сразу же подоспело следующее. И мы сейчас поедем и помчимся на оленях утром ранним. Вон там Фризик едет. Та-дам! Та-дам! Еще один уничтожен. Уничтожен. У нас осталось, ну, в районе 2 минут. Сейчас даже посмотрю, сколько конкретно. Да, 1 минута осталось. Что ж, пора прощаться. Спасибо, что были со мной. Сейчас закончится эта битва скоро. Посмотрим на ее результаты. Сейчас я поставлю на паузу и включу, когда уже появятся результаты. Что ж, продолжаем. Вот результаты. 29 кристаллов. Ну что ж, второе место на шафте с маунтом. Прекрасно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока.